Незабаром день народження міста. У центрі робота кипить. Фарбують, білують та якось ладнають дорогу. Тож нам стало цікаво, як живеться у віддалених від центру районах. І сьогодні завітали у Ленінський. Чи подобається тутешнім благоустрій та що хочуть побажати в уродини міста? Ну, інфраструктуру улучшить. Вон, газони посіють, наприклад. Для дітей якісь більш розвлекалочки. Це ж єдина площадка в районі, от і діти відпочивають. А так, ну, в кожному дворі, то там же ж неудобно. Ми тут гуляємо, хоча живемо там в самому тупіці возле больниці. Чистих урн, щоб їх своєчасно убирали. Больше вот этого, больше всего пока что не выстачает. Хотела бы, знаете, что еще? Чтобы были какие-то такие, как раньше были фонтанчики, вот у нас раньше там был фонтан, потом сделали клумбу. А хотелось бы больше, чтобы было каких-нибудь таких фонтанчиков, где была бы вода. В нашем районе хочу изменить, убрать вот эти все лотки, вот этот рынок, который возле ЗАГСа, возле АТБ, рынок убрать. И чтобы не было мусора, там, где детская площадка, и вот рядом. И как у нас раньше тут были клумбы, сейчас бурьян. Вместо клумб бурьяны везде растут. Ничего не садится, ничего не убирается. Это нормальный, спокойный район, не знаю. Маршруток много, все магазины, что еще надо, не знаю. Мне нравится здесь, честно. Не хуже, чем в других районах. Я вырос в этом городе, хочу хотя бы он как раньше был, цветущий. Был яркий, цветной, весь зеленый был, а не такой грязный, мусорный, как сейчас. Вот в больнице, такая большая больница, нет тротуара для пешеходов. Только дорога, все. Очень хочется фитнес-клуб, чтобы здесь был. Я вот этот второй этаж, на него смотрю всегда, почему никто этим не занимается, потому что нету ни детских, никаких занятий, ни женских. Это заброшенный район просто. Не пора, ничего. Там можно было парк сделать возле этого, напротив, где 9-этажка вот эта. Да, лакокрасим, там можно парить. Так оно ж там грязно так, запущено, никто не хочет смотреть. Вочевидь, мешканці Ленінського району – реалісти. Нічого надмірного не просять. Хочуть, аби було чисто, зелено та місця для відпочинку. І без фонтану, кажуть, життя не фонтан. Евеліна Михайленко, Максим Бондарченко. Новини 9 каналу.